В рамках партийного проекта «Историческая память», который направлен на сохранение исторической правды, противодействие фальсификации истории и воспитанию подрастающего поколения патриотизма и любви к отчизне, в «Звездном городке» прошла акция «Огненные картины войны», в ходе которой с помощью свечей создали монументальную картину. 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая тяжелая в истории нашего государства война. Она вошла в историю как Великая Отечественная. 1418 дней и ночей. В центре картины женщина, идущая с детьми. Огненные картины войны – это не просто художественные перформансы. Это глубоко символичная форма увековечивания памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Анна Наприенко, София Безнесова, Елизавета Плужникова, Щелговское телевидение.